Последний звонок прозвенел и для выпускников IT-лицея Казанского университета. Смотрим. 5 лет пролетело незаметно, как один день. Мы очень счастливы, очень рады, очень гордимся, что заканчиваем этот лицей, IT-лицей. Это страшный день. Оказывается, у меня ребенок уже вырос. Это очень печально для меня. С одной стороны, радостно, с другой стороны, я понимаю, что ребенок вырос уже совсем большой. И радостно, и грустно сегодня не только родителям, но и ученикам. Впереди экзамены и совершенно разные планы на приближающуюся взрослую жизнь. Чтобы оставить яркие воспоминания, выпускники напоследок продемонстрировали все свои таланты – стихи, танцы и песни. Поздравить выпускников приехал и ректор Казанского университета Ильшат Гафуров, пожелавший ребятам успешной сдачи экзаменов и плодотворной работы. В каком бы направлении вы не реализовались, вы должны помнить прежде всего свою семью, своих родителей, поскольку именно они дали вам жизнь, а лицей дал вам право дальше учиться и работать. Я желаю, чтобы вы выбрали хорошую профессию, которая бы радовала вас по жизни и помогала вам по ней идти. Не хочется все покидать место, расставаться с друзьями, с одноклассниками, с учителями. Поступали мы сюда не зря и окончили мы его действительно с достоинством и гордостью. У меня ностальгия очень сильная, вспоминаю все 5 лет учебы. Лицей очень много дает возможностей и нужно не упустить их все. Новый этап жизни и много всего впереди и просто стоишь на пороге новой жизни. По традиции мероприятие завершилось последним звонком для выпускников. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз.